Еще раз вернулся на этот Калсумский квартал. Я сначала не понял, что это такое. Оказывается, это шоколад. Вот хотите, верьте. Ну я из Сапрату, тикай. Тур стал калейс, там рядом кузнец стоял, точно с такими же изделиями. А здесь, пожалуйста, даже разводной ключ. 9 евро за шоколадку в виде разводного ключа. А вот утюг древний, штангель, циркуль, костыль железнодорожный, только маленький. Ну, подкова, конечно же. А щите ари шоколад, что ты с бомбинясь, а? Это елочные игрушки в виде шоколада. Вот так-то. Это все Рига, Калсумский квартал. А здесь у нас что? Здесь Майя Скарствинс. Печеньки и вино. И вино. Домашнее печенье с вином. Кто пьет домашнее печенье с вином? Вот как хорошо отсюда видно. Вот здесь вот я, кстати, сейчас нахожусь на том самом месте, на котором иногда здесь проводятся даже концерты. Какие-то группы местные, заезжие, маленькие, любительские, дают концерты. Вокруг это место окружено домами. Только два входа. Между теми двумя домами со стороны улицы Малсилы и со стороны Калцема, напротив бывшей фабрики «Мелодии», где делали пластинки, грампластинки виниловые. Надо сфотографировать и себя тоже. Рядом с елочкой. А то скажут, что ж ты прячешься-то от нас. Красавец ты наш. Ну вот. У кого борода круче?